Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про популярные мифы о кошках-сфинксах. Экзотические сфинксы привлекают внимание своей нестандартной внешностью. Именно из-за нее многие склонны придумывать этим кошкам неприсущие им свойства. О кошках-сфинксах можно услышать не один миф. Но так ли они правдивы? Рассмотрим подробнее самые распространенные мифы о кошачьих породы сфинкс. Родина всех видов сфинксов – Египет. Первый популярный миф. Впервые упоминания об этих кошках появились у ацтеков, а вовсе не у египтян. Первые сфинксы были известны как мексиканские бесшерстные кошки. Если же говорить о разных видах сфинксов, то они также имеют мало общего с Египтом. Канадский сфинкс был выведен в Канаде, как видно из названия, Донской в Ростове-на-Дону, а Питербоут в Санкт-Петербурге. У сфинксов трудный характер. Еще один миф. Экзотическое у представителей породы только внешность, а вот характер вполне обычный для кошачьих. Кошки-сфинксы ласковые, дружелюбные и общительные. Они очень сильно привязываются к своему хозяину. За сфинксами сложно ухаживать. Очень популярный миф. На самом деле сфинксы совсем не привередливы. При уходе за ними достаточно следить за состоянием их глаз, ушей и зубов, не позволять кошкам долгое время находиться на солнце. Их кожа склонна к обгоранию. Также важно, чтобы питание кошки было сбалансированным. Сфинксы склонны к перееданию. Сфинксы обладают плохим здоровьем. Четвертый популярный миф. Здоровье у сфинксов лучше, чем у многих других пород кошачьих. У представителей породы отличный иммунитет. Повышенная температура тела, присущая всем сфинксам, помогает им быстро справляться с инфекциями, а ускоренный метаболизм позволяет всегда иметь хороший аппетит. Таковы популярные мифы о кошках-сфинксах. Они еще раз доказывают, что экзотическая внешность кошки не показатель проблем со здоровьем, уходом или характером. Пожалуй, даже наоборот, это изюминка, которая имеет свои преимущества. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!